Футболісти клубу «Балкани», що представляють Сарайський район Одещини та грають у першій лізі чемпіонату України, розпочали підготовку до весняної частини турніру. Команда тренується в Одесі поки що один раз на день, а в суботу проведе першу товариську зустріч у 2019 році. Суперник – молодіжний склад «Чорноморця». Також у «Балкан» у планах зіграти з представниками чемпіонату Молдови. Після тренувань в Одесі у другій половині лютого команда на два тижні вирушить на збір до Туреччини. 20 числа у нас уже запланирован вылет в Турцию, там мы пробудем 16 полных дней, и там тоже будут 4 игры контрольных, пока знаем, что будут датчане, мы всегда первую игру, там и в том году играли с датчанами, будет, скорее всего, что Болонь, последняя игра, и вот две игры хотим тоже с других стран, как в том году мы с чемпионами Киргизии играли и с премьер-лигой Казахстана, то есть или белорусы, это в процессе. Мы вернемся 7 числа, начинается чемпионат 23-го в Рухе, чтобы адаптироваться все равно к нашим реалиям. По-любому климат немножко разный, чтобы мы могли быть приспособлены. Тем более играем во Львове, немножко по-другому. Отличное настроение. Я думаю, как и все футболисты, после отпуска соскучились за футболом и готовы тренироваться, доказывать, что мы достойны чего-то лучшего. Досягати нових цілей. Значних змін у «Балканах» швидше за все не відбудеться. Команду залишив лише найкращий її бомбардир у минулому чемпіонаті Владислав Кабанюк. Наразі два футболісти перебувають на перегляді.